Ваши друзья говорят, что основная проблема Путина, что юридический факультет, он очень любит закон. Он всегда действует в рамках закона. Заставить Путина приступить закон невозможно. Это правда. У меня были очень хорошие учителя, очень хорошие. Я им очень благодарен. Они нам вбили в голову некоторые постулаты, некоторые фундаментальные вещи, которые я считаю не просто правильными по книжному, а правильными и нужными по жизни. Вот не помню, рассказывал или нет, когда я пришел на работу в Ленинградское управление КГБ, и мы там планировали какую-то там, уже не помню, мелкую операцию, и один из наших ветеранов предложил нечто сделать и сказал, что вот нужно поступить так. Я там достаточно много народу было, я им говорю: слушайте, по-моему, это незаконно. На что вот дальше любопытная вещь. Он посмотрел на меня так странно, с удивлением, и говорит: как же, у нас есть вот такая-то инструкция, и называет номер инструкции КГБ СССР. Я говорю: ну если она есть, то ее надо отменить, потому что она незаконна, она противоречит вот такому-то закону, такому-то конституции противоречит. Это не шутка, я не придумал, это реально вот в жизни было. Я был совсем юный, я только-только пришел из университета. И они надо мной просто посмеялись. Слава богу, это уже был 76-й год, и 1976 год, и далеко все было от времени репрессий, другие времена были совсем. И ваши друзья говорят, что основная проблема Путина, что юридический факультет, он очень любит закон. Он всегда действует в рамках закона. Заставить Путина приступить закон невозможно. Это правда. У меня были очень хорошие учителя, очень хорошие. Я им очень благодарен. Они нам вбили в голову некоторые постулаты, некоторые фундаментальные вещи, которые я считаю не просто правильными по книжному, а правильными и нужными по жизни. Вот не помню, рассказывал или нет, когда я пришел на работу в Ленинградскую менять, потому что она незаконна, она противоречит вот такому-то закону, такому-то конституции противоречит. Это не шутка, я не придумал, это реально вот в жизни было. Я был совсем юный, я только-только пришел из университета. И они надо мной просто посмеялись. Слава богу, это уже было управление КГБ. И мы там планировали какую-то там, уже не помню, мелкую операцию. И один из наших ветеранов предложил нечто сделать. И сказал, что вот нужно поступить так. Я там достаточно много народу было, я им говорю: слушайте, по-моему, это незаконно. На что вот дальше любопытная вещь. Он посмотрел на меня так странно, с удивлением, и говорит: как же, у нас есть вот такая-то инструкция, и называет номер инструкции КГБ СССР. Я говорю: ну если она есть, то ее надо отменить.